Надеюсь, сейчас включится. Глазами такая хоп-хоп. Я буду молчать, сейчас потом Рилс опять выложит. А про чего? Локоть там или про вельми. На год мне это надо. Сайды Комиссарова, Петрова, нападающие Юфляева, Машина. Еще раз повторить? Повторите. Смотри. Затупишь, если... Я помню. Все понятно. Всё. Нет, всё. Ты вратарь. Это проигрывай, Кос. А в игре как пойдёт? Нет, надо обязательно снять прям вот так. Да. Подоптать и уже потом... Все наладится. Я тоже знаю. Давайте у кого упадёт. Знаете ли я? Чё? Ну-ка. У кого упадёт? После таких... Хорошо, обмен. Спасибо. Каждый раз исправляю, каждый раз они обратно загнуты. Они должны на 35 метров, короче, стоять. Так. Да, который синий. Всем попить водичку, докрутиться. Начнем. Вратарь, когда начинает опаздывать, он толкается дальней ногой и начинает в большей степени вытягиваться, чем прыгать. И запаздывает с этим моментом. А сделаем простое действие. Раз, и сразу на вылет, на коротком движении. Угу. И вот здесь вот, сейчас, Наташа, к этому мячу. Еще это коротко. Только смотрите, девочки, таз не должен прыгать. Это короткими движениями. Только через верх пойдете, теряете время. Отлетит мяч, и вы можете просто время потерять на это. Поэтому на коротких шагах. Да. Можно? Полет! Ну, смахни его! А, лучше помогу. Оп! Да! Умничка! Да, здорово, Таня! Добивай! Твою дивизию потеряла! Давай, успей, успей! Оп! Да! Хорошо. Да, здорово! Давай! Да! Можно? Да! Можно? Шаги, Вилли. Да, хорош. Успел? Так запланировано было. Ты знаешь, на реакцию есть упражнения такие? Мы делаем. Вы быстрее, точнее схватываете на тренировочной работе, эту работу уже проявляете в тренировочных нагрузках. И не надо 100 раз водить, одного ставить, потом свистеть, упражнение растягиваться. Вот прям приятно было, всегда мне приятно с вами работать, потому что вы действительно хорошо работаете. Спасибо, девочки. Все, ничего не бьем, никуда не остаемся, приходим. Так, спасибо, вы все заказали. Туда.